Добрый день, с вами канал Малорама. Новости сериала «Зимородок». Как заявляют турецкие источники, то сериал «Зимородок» начнет новый сезон как взорвавшаяся бомба. С обновленной историей сюжета сериал наделает много шума в этом сезоне. Некоторое время назад во всех социальных сетях разлетелась новость о том, что Баран Бюлекбаши, который играет Тарыка, и Айдис Акшехир, который играет Софета-младшего, и вся их семья покинули каст сериала «Зимородок». Но, как утверждают турецкие источники, на этом смена основного каста не окончена, и в зону риска попали уже тетушка Хатуч и Суна, об уходе которых турецкие СМИ также писали после окончания первого сезона. В основную линию второго сезона сериала «Зимородок» ляжет история Халиса Аги, приезд из-за границы его внебрачного внука и дочери Нюкет. Актрисе Бинур Кая была предложена роль Нюкет, дочери Халиса Аги. А второй Эмир Текин – кандидат на роль внука Халиса Аги, который приедет из Лондона. Как будут звать внука, пока неизвестно. Двоюродные братья Кархан, Ферит и новый внук будут сражаться за звание лучшего внука и за то, кто станет наследником семейного бизнеса Кархан. Внук окажется новым злодеем, предупреждают нас источники и сообщают о том, что на смену ушедшим придут новые персонажи и новые линии, а второй сезон вовсе не будет скучным и пресным. Надеемся, изменения в сюжете сериала «Зимородок» все-таки не коснутся персонажей Суны и Хатуч, ведь зрители испытывают симпатию и интерес к этим героям. Стало известно, что в скором времени будет объявлена официальная дата выхода первой серии второго сезона сериала «Зимородок». В то время фанаты сериала, поклонники главных актеров, помогли многим молодым людям с образованием, пожертвовав 700 тысяч турецких лир в фонд помощи молодежи. Также по информации турецкого источника, сериал «Зимородок» продается за рубеж за рекордные 400 тысяч долларов за одну серию. Подготовки к съемкам сериала «Зимородок» уже начались, и если не будет изменений, то 15 августа команда приступит к съемкам второго сезона сериала «Зимородок». На этом все, подписывайтесь на канал и до скорых встреч!